Ну что, начнем распаковочку. Приехала долгожданная посылочка от Mantic Games. Коробка просто огромная. И в этой коробке лежит кое-что очень интересное. Судя по всему, ее уже распаковывали, но надеюсь, все на месте. Та-да! Попробуем перевернуть. Игра сделана компании Mantic Games. На Kickstarter собрала около 1,5 миллиона фунтов стерлингов, поэтому такая версия была только на Kickstarter. В розничной торговле будет коробка поменьше. И я думаю, не такая крутая. Так, ну посмотрим, что там внутри, потому что для меня это тоже большой сюрприз. Я даже не смотрел распаковку от самой студии, потому что знал, что лучше я узнаю из своей коробки, что внутри. Так. Общий вес посылки получился около 5,5 килограмм. Заказывал я его на английский адрес с доставкой новой почтой на отделение сюда, в Киев. Обошлось мне это все примерно в 11 фунтов из Англии, из Лондона до Киева. И от самой фирмы до адреса в Лондоне мне получилось около 12 фунтов стерлингов. Просто божественная коробка. Вы слышите этот звук? Просто круто. Ламинированное название Хеллбоя. Иллюстрация Майка Миньолы. И снимем же крышечку. Чпок. Так, еще у нас тут внутри. Так. Я так понял, это книга правил. Пока ее откладываем. Туториал. Да, вообще вся эта игра — это RPG в настольном виде от 1 до 4 человек. Так, еще бумажки. Так, я так понял, это реклама какого-то стороннего проекта. Тут в сторону. Маленький постер с иллюстрацией Майка Миньолы. И такой же постер в черно-белом варианте. Окей. Так, крышечка. И первый ярус — это у нас карты. Дальше у нас идут поля. Мы перейдем к ним попозже. Сначала посмотрим карты. Так, все у нас запаковано. Я пока еще не разбирался, как вообще в нее играть. Я, если честно, не особо любитель настольных игр, особенно RPG. Но Hellboy есть Hellboy, поэтому я не мог себе отказать удовольствие побаловать себя такими. Так, это у нас что? Пакетик просто. Так, фишечки. Фишечки еще. Еще. Молодой Hellboy. Pancakes Hellboy. Посмотрим, что у нас на следующем ярусе. Так. Так как я уже говорил, здесь боевые поля, если они так называются.
распакуем, сразу посмотрим. Так, у нас тут непонятно что. Это какая-то комната. Это все вынимается, я так понял. Это все как литники для модели и для сборки. Так, поле для ходьбы. Возможно, какая-то мини-игра. Еще похожая комната. Оп. Вот так оно все разбирается. Оказывается. Так, еще комната. Упс. Так, думаю, это какое-то подземелье. Так, мы переходим к самому интересному. Это миниатюры. Вот они, красавчики. Не заклеен. И два. Производились они на фирме Panda Games. Первый раз на самом деле слышу о таком. Но выполнены они достаточно неплохо. До Games Workshop им, конечно, еще, наверное, далеко, но очень на уровне. Маленький Hellboy. Ну, конечно, главный наш протагонист всей вселенной красный. Детализация, кстати, на уровне, но вот литье, мне кажется, немножко не очень. Или может это сам пластик дает такое ощущение. Ну и здесь, слава богу, круглая рука, а не квадратная, как, блин, у нового Хеллбоя из перезапуска. А вот наш друг Йохан Краус, если я не ошибаюсь. Это именно комиксная версия, не такая, как была в фильме Дель Торо, а такая, как в самих комиксах. Первоисточник, можно сказать. Так, ну а это парень Кроенен, который был в первом фильме Гильермо Дель Торо. Так, дальше у нас просто супер крутые детализированные монстры. Снимется, тоже заклеено. Так. Насколько я помню, это у нас червь-завоеватель. Conqueror Worm. Он достаточно-таки тяжелый.
Это не пустотелое литье, а вот именно полностью такой брусок пластика. Конечно, модельки еще надо будет доводить. Особенно любители красить миниатюры оценят это. Я больше люблю, конечно, собирать, поэтому это не сильно мой вариант. Но детализация здесь хорошая. Есть, конечно, места, где видно стыки формы, но... Дальше жаба, насколько я помню, которая убила профессора Брума. Если я не ошибаюсь, опять же, я давно уже читал Хеллбоя, мне надо будет перечитать, освежить память. Так, ну... Возможно, это Огдруг Джахад из первого фильма с Хеллбоем, который появился из Распутина. Хотя, опять же, я могу ошибаться. Так давно ждал, что надо будет перечитать по новой. Мартышку, если честно, я вообще уже не помню. Еще одна скрытая моделька на самом дне, которая застряла. Немного страшно вынимать. Пока что покажу вот этот. Видно, что клеено из двух частей. Но выглядит все равно круто. И застряла у нас Баба Яга. Выглядит прикольно. Ничего себе у нее бюст. Не думал, что у бабули такой бюст. Так, дальше у нас идут рядовые монстры, насколько я понял. Кубики и спецэффекты в виде огня. И каких-то камней. Сейчас посмотрим. Ага, они все идут одинаковые, по 4 штуки каждого, точнее по 5 каждого. Если честно, даже не знаю, что это. Надо будет почитать внимательно правила. Так. Здесь у нас, я так понял, какие-то артефакты. Ага, это детали окружения. Я так понимаю, это гроб. Кувшин. Ну, даже есть рука Хеллбоя с тентаклями, борющаяся.
и еще всякие вот такие вот элементы декора. Книжечки. Ого, тут еще. Это уплотнитель. И еще один набор солдат. Я так понял, уже это солдаты. О, Лобстер Джонсон. Еще одна серия Хеллбоя. Точнее, еще одна серия от автора Хеллбоя Майка Миньолы. А это, кстати, дополнение, которое было именно на Кикстартере, которое получили все бейкеры. Не уверен, что оно будет в ритейловой версии самой игры. Ну вот есть некоторые моменты с кривыми ружьями, но это не так критично. И посмотрим последнюю коробочку. Здесь тоже монстры. И здесь у нас, так, кто это у нас? Ведьма. Ведьма, летучие мыши. Какая-то гарпия. Если честно, я в комиксе не помню такого. Но опять же, надо освежить память, я многого не помню. Оборотень больше похож на оборотня из Ван Хельсинга фильма с Хью Джекманом. Какая-то птичка и волк. В общем и целом, вот такая вот, вот такой набор игры. Надо будет читать, разбираться, смотреть правила, потому что на данный момент я даже без понятия, как в нее играть. Все, естественно, на английском, потому что локализация этой игры, наверное, ждать придется очень и очень долго. Но для тех, кто не знает английский, это отличный повод его выучить. Всем спасибо за просмотр, всем пока.